Телеканал «Трофей» выясняет, что на что клюет. Ну что ж, друзья, прибыли мы в порт Черкассы, пришвартовались, все красиво, все твердо, наконец-то, можно хоть в кои-то веки постоять, но до сих пор, честно говоря, подшатывает, я вам скажу. А, не, это забор шатается. Вот нам презентовали вот такую вот штучку на удачу, так как говорится, это символ сигнала. Называют ее попросту таранька, но нам нравится название рыба-якорь. Вот так вот пойдем с этим удачным девайсом снимать, что на что клюет. Пойдемте на набережную. Пошли. Добрый день. Добрый день. Телеканал «Трофей». Передача «Что на что клюет». Вот пришли к вам на замечательном судне «Сигнал», чтобы поспрашивать, на что у вас здесь в Черкассах клюет. Потому что у нас в Киеве своя ситуация, у вас в Черкассах в любом случае тоже своя. Да. Рассказывайте, что у вас на крючках? Опарыш, сегодня опарыш. Сегодня опарыш. Почему сегодня опарыш? Потому что черви стало уже дорого. В смысле, обычного красного червя? Да. Что, он дорогой? Ну, 30 копеек штука. Штука 30 копеек? У вас поштучно продают? Ну да. У нас порция 10 грамм, а у вас штуками. Это ж должен быть специально тренированный человек, чтобы считал червей. Считальщик червей. Тоже такая себе профессия, интересная. Да. Из рубрики интересных профессий. Я вас понял. И далеко ли вы бросаете своих опарышей? Да так, сегодня где-то под вечер сейчас метров 40. Метров 40, да? И какая там глубина? Метра три. Такой. Что планируете ловить на опарыше? Тарань? Да. И как идет тарань? Немного. Сейчас есть? Немного, да, есть. Размерчик какой у нее? Да, такие грамм по 200-300. О, хорошие такие, хорошие. А крючок какого размера? Десятый, да? И тут вообще как с дном? Что у вас там, бровка, тут ямка? Просто зафиксировал на клипсе. Ага. Сразу. И то там, есть и выкармливаете там точку, да? Чем кормите? Там пшено с добавкой, это клубничный. Собственно, приготовление, в общем, фактически, да? Ну и со скольки вы сидите? С 4. До скольки планируете? До утра. А, то есть вы такой ночной рыбак, да? Да. Ну и как тут ночью? Пока не знаю. Тут не было уже, наверное, полгода. Ну а когда были по времени, есть какие-то выходы или нет? Ночью подходит покрупнее, просто уже тарань была такой раньше, а так. Да? А поводки длинные? Нет, маленькие. Я не на фидерную кормушку, а вот такие. Сверху. А ну, обычная кормушка, пружина. Два поводка. Убийца карася типа? Не. А уловчик есть уже? Да есть. Ну, покажите тогда. Хвастаните нам красотой. Кстати, будет первая рыба, показанная в Черкассах. О, нормальная плотвень. Смотри, какая желтенькая. У нас она посветлее, спина у них. Это желтенькая, видишь, какая. Ну, круто. Надеюсь, может, покрупнее будет к вечеру. То есть к вечеру может быть реально покрупнее, да? Угу. Ну, круто. Ну, не хвостань чешуи тогда. Спасибо. Всего вам доброго. Это хорошо. Есть рыба в Черкассах? Пойдемте дальше. Телеканал «Трофей». Передача «Что на что клюет». Вы тут самый модный рыбак. У вас самое мощное кресло такое. Давайте я к вам подсяду. Можно вот так? Ой! Чтобы не поломать. Рассказывайте. И приспособа у вас не так просто на заборчик ставите, а прям на стреноге, да? Ну да. Далеко бросаете? Это метров 70, может. А что там? Ого, вы тут дальнобой такой, потому что там все по 40, по 50, а вы прям 70. Ну, палка хорошая. Хорошая? Это сколько? 3,90. Еще, значит, рыбу на нее не ловили, раз не сняли этикеточку? Не, ловил. Ловили? Просто они
А я вот, кстати, в одной программе рассказывали такую штуку, что лучше ее сразу снимать, эту целлофан. Я тоже слышал. Под ней подгнивает пробочка и может испортиться. Так что снимайте поскорее. 70 метров. Там что, бровка, ямка у вас? Ну, ямка должна быть. Сколько примерно метров? От берега? Не-не, глубина ямки. Да не знаю. 6-7. Ну, да. Метров 6-7? Ну, падает кормушка. Сколько у вас весит? 70 грамм. На какой счет падает? Не считал. Не считал, да. А тут нормально, да, течение это или это поклевка у вас такая? Не, бывает, как чуть-чуть это самое двигает. Кормушку, да? Угу. Ну, понятно. А поводки какой длины? Ну, где-то 60 сантиметров. 60 сантиметров, угу. Да? А вы так на подтяжечку, да? Не, что-то оно уже как сносит, может. Ага. Слабина какая-то. А что там на дне у вас? Дрейсена, песочек, фу, водоросли? Песок. Песок, да? Да. И ракушка? Дрейсена, да? Угу. Я вас понял. Как с уловчиком у вас? Ну, покажите. Покажите, покажите. Мы приставучие, пока рыбу не увидим, не уйдем. О, нормально. Смотри, какая плотва тут интересная вообще. У нас она посветлее, у вас такая темная. Хорошая такая рыбка, хорошая. Это вы со скольки сидите? Ну, может, пару часов, да? Пару часиков? Да, да. Ветер был веселее было. А, то есть с ветром веселее? Угу. Мы когда, в позапрошлом или в позапозапрошлом году здесь были по осени, по-моему, или зимой? Дуло так, что нас тут сдувало, и невозможно было с людьми разговаривать. Все микрофоны задавало. То есть ветер, когда он сюда, да? Хорошо. Нет, дуло чуть-чуть. Наоборот, в ту сторону, да, дует? Я вас сейчас понял. Сейчас что-то притихло вообще. Ну, мы сейчас уйдем и начнем клевать. Она нам просто дает интервью, просто чтобы вы дали интервью. А потом себе спокойно сядет на крючок. Ну, тогда не хвоста, не чешую. Вам всего доброго и до свидания. Всего хорошего. Ну что ж, дорогие друзья, рыба-якорь принесла нам удачу. И мы прошли уйму рыболовов. И получили от этого уйму информации, которую приятно было слышать от людей, которые приспосабливаются к рыбалке и делают ее максимально комфортной. А это, на секундочку, одно из главных правил в принципе рыбалки. Всем огромный привет, кто сегодня попал в кадр. Вы сделали, как говорится, мой день. Всего вам доброго, ни хвоста, ни чешуи. Рыбачьте и будьте с рыбой. Всего доброго, мы отправляемся дальше.